соревнований. Приветствую вас на матче Европа Кап 2019 между командами Локотех Москва Акбарс Казань. Арбитры сегодняшнего матча Владимир Левин, Тимур Юсуфьянов, судьи Федерации хоккея России. Thank you.
Thank you.
команда «Акбарс» играет в полном составе. I got a slow.
Команда «Локотех» играет в полном составе. Ahí va.
Thank you.
Take its past, don't try to steal you.
мячку соперника клюшкой. Мало штрафа.
лучшими игроками матча признаны в команде «Локотех» Владислав Евсеев, номер 9, в команде «Акбарс» Александр Чугунов, номер 62.